Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Крупнейшая выставка российского ритейла. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Алим Сизов, я генеральный директор компании СВС Проект. Расскажите, какие у вас надежды на нашу выставку? Надежды большие. Мы надеемся сделать следующее. Своим участием мы хотим пробудить интерес участников рынка к современным системам видеонаблюдения и разрушить сложившийся с нашей точки зрения стереотип, что система видеонаблюдения на предприятиях ритейла предназначена в первую очередь для отделений безопасности и предотвращения потерь в компании. Мы так не считаем. Мы просим участников рынка смотреть намного глубже на этот вопрос и понимать, что системы видеонаблюдения, современные системы видеонаблюдения, предназначенные для отделов безопасности и предотвращения потерь, они могут выполнять свой обширный функционал для операционных и торговых отделов, для SEO, для отделов маркетинга, для отделов аудита и для прочих подразделений компании и приносить свою пользу максимально для заказчика. Расскажите, может быть, какой-то новый революционный продукт, какая-то услуга у вас появилась? Что вы нам будете показывать сегодня? Мы находимся в постоянном движении. Заказчики постоянно адресуют интересные запросы. К сожалению, невозможно реализовать все очень быстро, потому что их запросы становятся все сложнее. И они требуют длительной проработки. Поэтому на сегодняшний день из наиболее интересных вещей я бы отметил, что мы очень надеемся, что в ближайшее время появится наработка, когда система видеоконтроля кассовых операций, известная в ритейле, будет совмещена с системой распознавания лиц. Таким образом, мы предоставим заказчику такое понятие, как цифровой след покупателя. Вот я думаю, это одна из наиболее интересных разработок. В духе 21 века. Расскажите о свои впечатления от выставки. У нас пока первый день, но, может, вы уже успели познакомиться с нашей выставкой, с участниками какими-то. Может быть, расскажете свой опыт. Может быть, к вам приходили какие-то интересные заказчики, какими-то новыми интересными запросами. В первую очередь, позвольте отметить, мне было очень приятно встретиться с участниками, которые приходили на предыдущий форум, который происходил в Центральном доме предпринимателей. Так у нас, по-моему, назывался, да? Вот. Мне очень понравилось то, что мы встретили коллег из Владивостока. Значит, это означает, что, видимо, по всей территории России интерес к подобным мероприятиям очень обширен. Это прекрасно, и это, безусловно, вызывает только позитив. Это первое. Второе. Мы опять, так же, как с ними, познакомились с новыми интересными коллегами из Хабаровского края. Собственно говоря, разговоры-то складываются достаточно одинаковые, да, и интерес у них на самом деле достаточно одинаковый. И еще раз повторюсь, наша задача, которую мы видим, донести до них все наши идеи современных систем видеонаблюдения и их возможностей. Мы пожелаем на этом поприще вам удачи, спасибо вам большое за такое общение и до встречи, надеюсь, в следующем году. Спасибо большое, всего хорошего, до встречи.